Однако, здравствуйте. Агентство Standard & Poor's понизило рейтинги по нашим долгам ниже инвестиционных. Да, мусорного, как принято называть, уровня. Проще говоря, это значит, что российские государственные обязательства должны быть интересны только рисковым спекулянтам, а серьезные инвесторы должны их сбрасывать. Это очень странно. Для страны, имеющей рекордно малый госдолг и солидные резервы, мусорный рейтинг, по сути, подразумевает риск дефолта. Ежу ясно, что никакого риска дефолта у России нет. Еще в ноябре прошлого года рейтинговое агентство Standard & Poor's отметило, что допускает стабилизацию рейтинга России даже в случае рецессии. Нет такой цены на нефть, которая сама бы привела к понижению рейтинга. Однако агентство пообещало снизить рейтинг в случае снижения гибкости денежной политики и использования резервных фондов на инвестиционные цели. Пацан сказал, пацан сделал. Основная причина снижения рейтинга – существенные изменения в оценке гибкости денежно-кредитной политики России. Вот оно как. Вот за что нас в угол-то ставят. Не за обвал рынка, как вы подумали, а за его стабилизацию. Это тот очаровательный случай, когда вас не просто хотят придушить, а когда душитель рассказывает вам, как правильно дышать. Душите его! Душите! Душите его! Да кто ж так душит? За яблоко, вот. Ну. Собственно, агентство могло бы и не париться после того, как наш рейтинг понизил до мусорного самый главный окончательный оценщик. Сегодня именно Америка стоит крепко и солидарно с нашими союзниками, в то время как Россия изолирована, а ее экономика разорвана в клочья. Знают ли они, что это придумала я, а не утро? И кто это придумал? Такую хитрую штуку! Это я! 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 Это я придумала! Порвал в клочья и рейтинг понизил до мусорного. И все это сам придумал президент Обама, а не утки. Вместо предсказанного экспертами спада, промышленное производство в России в декабре выросло на 3,9%. Наибольшими темпами рос выпуск газовых турбин, стальных труб, тракторов, стиральных машин, прицепов к автомобилям, тепловозов и сыров. Не так все мрачно. Все у нас получится, если меньше следовать инструкциям тех, кто решил тебя придушить. Однако, до свидания.